Обманутые родители 13 казахстанских детей с диагнозом ДЦП требуют от китайской клиники Лимин компенсацию. Дети лечились в пекинской клинике Лимин по новому способу 3С-блокирования нервных окончаний. Лечение эффекта не имело. Родители обратились в общественный фонд «Сезымтал» за помощью. По словам координатора фонда Сункара Нурмагомбетова, спор может быть решен в досудебном порядке. Родители оценили свои расходы в 200 тысяч долларов. Медицинская ассоциация Китая, которая контролирует сферу здравоохранения, сейчас рассматривает вопрос лишения клиники Лимин лицензии. Я представляю интересы 13 родителей, поэтому намерен открыто заявить, что в действиях врачей усматривается элемент мошенничества. Изначально, по информации, озвученной нам переводчиком, они применяют передовой метод из США. Мы специально приехали в Пекин, чтобы получить лечение по этому методу. Мы обсуждаем только вопросы компенсации всех 13 семей. У нас перспектива прохождения лечения либо реабилитации не устраивает. То есть позиция семей – это четкая денежная компенсация. На сегодняшний день сумму озвучивать я не буду, потому что она на этапе обсуждения. Вот. Мы включаем в эти, так скажем, требования – это затраты, произведенные за реабилитацию и лечение родителей. Второе, мы хотели бы также обсудить вопросы по компенсации морального ущерба, а также сопутствующих расходов.